Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами украшения ручной работы от компании Ярославна Добрянская. Уже многие знакомы, покажу хиты и что пришло из новиночек. Начнем мы, конечно, с колье и браслетиков брызги шампанского. Так, бусы будут последние, потому что на фирме закончились цитрины. Так что, кто хотел, но давно откладывал, все, как бы брызг шампанского больше не будет. Вот сегодня последний и все. Вот такие вот это замечательные бусы. В основном здесь цитрин и художественное стекло. Очень уж они замечательные. Действительно, взрыв бутылки шампанского, брызги шампанского во все стороны. Красивые крупные цитрины. Где-то они, вот видите, полупрозрачные. Мелкие галтовочки тоже цитрины. Между ними это все художественные стеклышки. Вот такие вот цитринчики. И мелкие, и светлые, и крупные, и так далее. Длина бус получается 140 сантиметров. Цена у них 2000. Плюсом к ним приехали серьги. Серьги-брызги шампанского. Фурнитура под золото. Вот такая красота. Сейчас я отодвину. Два шарика цитрина. Потемнее, так сказать, помутнее и посветлее. Фурнитура под золото. Английский замочек на любую мочку. Вот так, наверное, надо разложить. Да. Вот такая красота. Вот они с бусиками рядом. То есть цитринчики подбирали и под прозрачные, и под вот эти мутноватые. Плюсом. Так, серьги в 750 рублей. Они сейчас еще к одним бусам подходят. Сейчас покажу. Плюсом браслеты, брызги шампанского, пришли в двух видах. Одни вот такие, попрозрачнее. Браслет идет на жесткой проволочке, наматывается несколько раз на руку. В зависимости от, собственно, объема руки, столько у вас намоточек и получится. В основном 4-5, он не застегивается, на конце вот такие подвесочки. Тоже много цитрина, художественные стеклышки, цена браслетов по 1500. А второй вот такой сделали. Здесь больше подмутноватый, как вот шаричек на серьгах, цитринчик. Ну и тоже они немножко разной формы цитрины, художественное стекло. Цена та же, 1500. На мой взгляд, прям тоже очень хорошо смотрится. И мутные цитрины тоже. В общем, выбирать вам. Браслеты 2. Так, помутнее, если будете для заказа мне писать. И, наверное, посветлее. Потому что на витринке их еще нет. Но уже до витрины они, как всегда, не доходят. Так, и к этим серьгам еще можно подобрать вот такой комплект. Золотая ночь. Здесь тоже много цитрина. Плюсом здесь черный агат. Художественные стеклышки. Тоже вот сюда очень эти серьги хорошо подходят под все-все цитринчики. Так, бусы. Давайте на бусы посмотрим. Много черного агата, много цитрина. Цитрин прям совсем, смотрите, здесь. Такой вот не обработанный практически совершенно. Основная гамма получается черно-золотая. Действительно, как золотая ночь. Длина бус 148 сантиметров. Цена 2350. Крупные прям цитрины. Смотрите, какие кусыщи. Ну, тут и помельче есть галтовочки. И вот такие остренькие, как уже показал. В общем, вот такие есть цитрины. Всякие разные. И браслет под нее, под золотую ночь. Также на проволочке. Черный агат. Цитрины посветлее, потемнее. Художественное стекло. Цена 1500.
Тоже очень удачный комплект. Он, смотрите, прям яркий, необычный. Это новиночки у нас. Далее. Так, что вам показать еще браслетиком? Давайте покажу вам что-нибудь в сиренево-фиалковых тонах. Это бусы аметистовый бал. Длина 158, цена 2000. Судя по названию. Здесь идут аметисты. Здесь идут раух-топазы, художественные стеклышки. Аметисты здесь собрали всякие разные. И совсем такие темноватые-мутноватые. И поярче, и прозрачные есть. Это идут раух-топазы. Аметист совсем светленькие аметисты. Вот тут кусочек друзы, смотрите, какой, два камушка сросшиеся. Это темные галточки, жемчуг здесь черный. И вот на протяжении всех-всех бус повторяются эти элементы. Майорки здесь еще добавили. Аметистики всякой разной формы. Немножко у меня запуталось. В общем, вот такие бусы. И к ним в цвет можно вот такой браслетик подобрать. Так, называется он «Фиалковая ночь». Основные здесь идут. Так, что у нас здесь идет? Перламутр, художественное стекло, всякие бусинки. Цена у него тоже 1500. Тоже несколько намоток. Здесь, наверное, даже получится, если на худенькую руку, можно даже 5 или даже почти 6. Вот такой вот браслетик. Перламутра очень много. Тонированный он немножечко. Вот такая вот красотулечка. Это у нас из сиренева. Дальше. Совершенно невероятная штучка из белого коралла на вот такой цепи от золота. Белый коралл взяли. Вот это вот все по структуре, его даже видно. Сейчас я покажу так близко, как могу. И немножечко на него с помощью клея подклеили еще ракушечку, стразик, жемчужинку вот здесь, барочную жемчужинку. Вот так немножечко его вот сюда. Как бы они, жемчужинки из него произрастают на натуральном коралле. Очень классная подвеска, я прям не смогла пройти мимо. Это кулон «Остров мечты». Повторюсь, жемчуг, коралл, художественное стекло. Но это вот эта вот стеклышко имеет в виду. Ракушечка тут еще. Длина у него регулируется от самой маленькой, даже не знаю сколько, хоть на 20 сантиметров, потому что цепочку, замочек можно перестегивать хоть вот так, куда, в общем, вам удобно на цепи, в любое место. То есть, если у вас шейка там 35, 38, 40, 45. В общем, оно идет до длины 78 сантиметров. И цена у него 1800. Тут вот тоже жемчужинка в конце цепочки. Вот такая красота. Мне очень понравился. Он такой нежный. Он такой прям, он такой лапочка. Прям такой кулончик замечательный. И прям вот все, как тут и было на коралле. Далее, что вам из новенького? Давайте «Черную королеву» посмотрим. Судя по названию, понятно, что бусы и браслет черного цвета. Черный халцедон и художественное стекло и там, и там. Бусы 140 сантиметров, цена 1900, браслет, как всегда, 1500. Это строгие, конечно, бусы. Ну, во-первых, они черные такие. Ну, в арсенале надо иметь и такое, не обязательно все розовенькое, иногда можно куда-то выйти. Нужно будет что-то темное, что-то красивое. Тут вот разные халцедончики, прямоугольные, круглые, всякими разными бусинами. Взяла исключительно из-за цвета, а то у нас все такое розово-ванильно-воздушное, но иногда надо, повторюсь, и что-то строгое черное. И шикарный, конечно, браслет. Как вам в черной гамме, девочки? Напишите. Мне прям очень порадовало. Прям очень строго, темно, да. Ну, черная королева. Красиво, на самом деле. Так, розу. Розу утреннюю я уже показывала. Ее сразу и забрали. И я заказала еще. Нам вот успели собрать и даже выслать. Кто не смотрел.
браслет и колье «Утренняя роза». Здесь в основном идет розовый кварц, кварц, камешки с эффектом кошачьего глаза, художественные стеклышки, всякие бусины. В бусах еще перламутр и жемчуг вставлен. Очень нежный такой розовый оттенок. Сейчас покажу. Вот так сначала. Вот такая нежная девочковая нежнятина. Бусы длиной 176 сантиметров, цена 1900, браслет 1500. Вот они у нас тут и перламутр, и жемчуг, и розовый кварц, и всякие бусины, и розовый кварц, художественное стекло, перламутр, розовый кварц, шарики, жемчуг опять. И вот так на протяжении всей-всей длины. Вот большой кусочек перламутра. В общем, вот такая красотища. Это утренняя роза. И к ней браслетик. Тоже много розового кварца. Здесь розовый кварц, белый кварц. Камушки с эффектом кошачьего глазика. Художественные стеклышки. В общем, очень нежный. Всем рекомендую. Далее, что вам еще? Давайте вот эти вот покажу. Нашу любимую кольешки «Огненный мир», потому что к ним пришли наконец-то серьги. Кто откладывал, не забудьте, теперь можно это все скомпоновать с серьгами. Вот такая красотуся, собственно, получится. Ну, давайте мы сначала серьги, раз я уже взялась. Фурнитура под золото, перламутр и сардоникс. Очень нежненько. Очень все красиво. Все прям в цвет. С колешечкой. Цена 950 рублей. А, какая красотища. Смотрите, как я все это богатство сама люблю, девочки. Поэтому всем предлагаю. Колешка, если кто-то не смотрел предыдущее видео, тоже здесь перламутр и сардоникс. Длина у него 48 сантиметров плюс цепочка на увеличение. Цена 1800. Фурнитура под золото, сардоникс, тут художественное стеклышко еще вставлено и перламутровые вставочки. И похожее колье и сережечки опять же. Сейчас, секунду. Это огненный мир. Ой, огненная луна, прошу прощения, был огненный мир, а это огненная луна. Здесь сердолик с перламутром. Только вот такими кругляшечками-таблеточками. И вот такие вот приехали к нему серьги. Серьги по сетке. Фурнитура под золото. Кругляшечками перламутр и сердолик. Цена 950 рублей. Вот такая красотень. Колье. Опять же, кто не смотрел, длиной 49 сантиметров плюс цепочка на увеличение, сердолик перламутр, цена 1700. Вот такое колье. Так, не буду на нем заостряться. Аметистовая ночь. Еще приехало одно колье. В прошлый раз было одно, мы его сразу и продали. Кому надо, кто не успел. 47 сантиметров плюс цепочка на увеличение, цена 2500. Здесь аметист. Аметист, черный агат и гематит. Черный агат кубичками, аметист и кругляшечками и параллелепипедами, собственно, такими вот темненькие, посветлее. Гематит — это вот эти вот шайбочки идут. Ну и тут еще художественные стеклышки. Бусы достаточно тяжелые. Много аметиста. Вот такая. Вот, вот такое вот вам сердечко. Стилизованное из аметиста. Очень красиво. Так, что у нас еще по новиночкам? По новиночкам. Так, майорку давайте посмотрим. Просили майорку классическую. На увеличение. Длина получается 49 сантиметров. Плюс цепочка. Цена 1100. Классическая белая майорка. На увеличение, собственно, тут особо показывать нечего. Через бисеринку идут от мелких, наверное, здесь миллиметра 3
А крупные, наверное, идет миллиметров 13-14. Вот такие вот бусечки. Далее. Давайте по кольешкам. Пришли совершенно умопомрачительные колье. Например, вот такая вот. По-моему, я его наоборот положила. Да. Вот такое вот колье. Называется оно «Янтарь в черном лесу». Основные здесь халцедон, дерево, вулканическая лава, разные стеклышки. Имитация янтаря идет. Очень красиво, необычно. И стоит оно совсем недорого. Длина у него варьируется шнуриком. Сейчас покажу. Цена 2300. Шнурочек. Все очень просто. Вы его растягиваете. Если вам нужно оно, допустим, подлиннее сегодня куда-то. Или наоборот, просто затянули, если вам его надо под шейку. Ну, не могла я пройти мимо. Девочки, я очень люблю такие вещи. Они очень хорошо смотрятся. Тут, смотрите, и шишечка. Давайте поближе. Тут и шишечка замечательная. Смотрите, какая. И всякие тут ягодки в лесу. Вот в этом вот. И листики. И художественные стеклышки. Дерево имитация янтаря, художественное стекло, вулканическая лава и вот такие вот керамические бусины. Имитация зеленого янтаря, дерево, бронзовые, под бронзу листики. Так, это у нас что может быть? Это, не знаю, возможно халцедон, возможно что-то не написали, но камушек явно натуральный. В общем, вот такая красотень. Ну как можно пройти мимо? Даже пока лето, но уже к осени, можно сказать, готовимся. Вот такую красоту осенью под водолазку, под какое-то яркое платье. Ну, очень классная штучка, мне понравилась. Далее. Вот такое колье тройное. Влезет, не влезет, сейчас посмотрим. Это колье «Ночь индиго». Основный халцедон, черный агат, жемчуг, дерево. Длина у него по внутреннему, самому маленькому, 56 сантиметров, цена 2300. Получается на одной вот такой вот, вот такой здесь замок идет под серебро. И на одной, в один замок сходятся три нитки. Они разной длины, повторюсь, самая маленькая 57. И дальше расположите, как вам это удобненько по шее. Очень красиво, богато, цвет такой шикарный. Тут вот еще не написали, они здесь стоит. Агатовые друзочки. Под них от Ясписа вот недавно пришли комплекты, можно подобрать. Куча халцедонов, черные агаты, просто вот эти агатовые друзочки. Вот они, даже еще не совсем распиленные. Жемчуг попадается темный, всякие художественные. Деревяшечки, халцедончики, жемчуг опять. Это все агаты. В общем, вот такая красота. Взяла, собственно, исключительно из-за того, что оно прям тройное, большое, яркое и супер красивое. Далее. Так, что вам такого прям? Крупных колье. Я люблю такое богатство. Нам даже, наверное, не поместится. Вот такая красота. Тут даже не знаю, сколько цепей сейчас. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цепочек в одном замочке. Это колье «Луна белых островов». Основные перламутр, белый коралл и жемчуг. Длина по самому маленькому внутреннему 57. Цена 4100. Вот такой здесь даже, прямо от замка начинать. Вот такой шикарный замок под старину. И пошли. Да, 4-4, 8. 8 ниточек с белыми кораллами. Вот они, белые кораллы. Перламутр. Жемчужинки барочные. Так, это на что они писали еще? Перламутр, белый коралл, жемчуг. Это, скорее всего, кварцы идут. Либо агаты светло-светло-серые. Перламутровые вставочки. Кусочки гелиотиса. Они даже не все пишут, потому что обычно всего столько много, что на бирке не помещается. Белые кораллы, перламутровые вставки, гелиотисы, жемчужинки. Шикарные. Вот сюда хорошо от Веги подойдет барочный. Тоже жемчуг.
серьги какие-нибудь. В общем, вот такая вот красота. Вот такая густота. Невероятная штука. Можно закрутить, оно будет прям жгутом-жгутом. Я имею в виду вот такого плана, чтобы... Сейчас я его тоже покажу, чтобы он был плотный жгутик. Можно, наоборот, выровнять, чтобы все были по-разному цепочки лежали. И будет смотреться шикарно. Девочки, это богатство надо брать. Далее. Я люблю такие кольешки, поэтому я их заказала много. Вот это понравится. Сейчас я его разложу. Только. У меня убегает кот. Понравится всем и каждому. Это колье сказки питерских крыш. 64 сантиметра. Опять же, меряю по самой маленькой внутреннице на 2300. Здесь агат, тигровый глаз, перламутр. И сейчас посмотрим, что еще. Агаты, вот они серые. Большие агаты, вот они серенькие тоже. Вот они агаты. Так, тигровые глазки сейчас найдем тут. Перламутр вижу. Вот такой кот здесь замечательный на питерской крыше. Ну, в общем, это просто сказка. Даже не знаю, как это богатство получше поднять. Да, тут сетовали, что... А, давайте замочек начнем. Замочек здесь вот такой темный металл идет. Сетовали, что каучуковые жгуты, несколько жгутов, потому что колье тяжелое, конечно. Вот такие бусины все это соединяют. И дальше пошли цепи всех форм и размеров и цвета. Вот он, перламутр замечательный. Вот тут всякие художественные стеклышки. Кусочек перламутра из ракушечки. В общем, агаты, жемчужинка даже вот попалась. Серые агаты, замечательный кот. Вот такие художественные бусины сложились вот в эту вот прелесть сказки питерских крыш. Да, начала про студию. Не всегда есть возможность снимать в студии, потому что это несколько, так скажем, поднимает цену товара, девочки. Потому что надо выбрать студию, заплатить аренду студии. Мы пробовали как-то. Это занимает где-то 2 часа времени. В среднем 10 тысяч аренда студии. В среднем 10-20 тысяч работа хорошей модели. Плюс визажист, парикмахер и так далее. Фотограф, свет, видеооператор. И это выходит в такую сумму, что колье сразу будут стоить раза в 2-3 дороже. Поскольку мы, слава богу, с вами обладаем достаточно хорошей фантазией, размеры я промеряю. Ширину потом все это всегда можно спросить. В крайнем случае, если кто-то не представляет, как это выглядит, могу сфотографировать на себе. Вот. А студии действительно это обходится дорого, чтобы снимать. В принципе, это же бижутерное колье, да, не серебро, не золото. И платить 20-50 тысяч за съемку, ну 20, да, это прям минимум-минимум. Снимать надо долго, снимать надо качественно. Пробовали честно, студии это вот бесполезно, поэтому показываю, как могу. Зато колье выходит дешевле. Вот эта вот прелесть у нас называется колье интрига. Халцедон здесь, вулканическая лава, гематит, карборунд. Длина у него 55, опять же, по внутреннему, самому маленькому. Цена 2100. Ну, тут с карборунда. Здесь шикарный, конечно, кусок они прям выбрали. Весь переливающийся, тяжеленький. Давайте теперь замка. Замочек вот такой. Каучуковые шнурочки держат всю эту прелесть. Опять куча разных цепей, форм, размеров и так далее. Гематит, вот он совсем здесь светлый. Вулканическая лава, художественное стекло. Вот они, гематиты пошли. И бочоночками, и светленькие художественные стеклышки. Складывается это вот все вот в такую прелесть. Можно отстегнуть карборунд, если мешает. Ну, когда-то вам надо выйти, не обязательно длинное. Вот этот замок, он функциональный, можно снять. Его вытащить от цепи, отстегнуть, будет просто колье такое с цепями. Так, получается вот такая многорядная прелесть. Еще ключики, сердечки. Ну, очень красивые украшения. Я очень люблю эту роскошь. Вам предлагаю полюбить ее вместе со мной. Так,
Эту показала. Сейчас будем искать, что еще не показала. Барочный жемчуг. Сейчас, секунду, я его разложу. Он получается очень длинный. Сейчас, пока я раскладываю, давайте вот эту посмотрим. Это новинка. Приехали бусы белый леопард. А я пока буду рассказывать, размотаю колешку. Белый леопард. Значит, здесь идет перламутр, халцедон, жемчуг идет, деревянные кусочки и всякие, как всегда, художественные вставочки. Так, все, жемчуг я размотала. Ну, теперь уже посмотрим мы сначала белого леопарда. Длина у них 175 на 1500. В сравнении с остальными длинными колешками они получаются недорого. Зато оно очень пестренькое, оно очень экологичное, что сейчас модно. Здесь много натурального жемчуга, деревянных всяких вставочек. Но они мне понравились как бы за вот такой веселый вид. Тут действительно кусочки, как у пятнистого леопарда. Оно длинненькое, светленькое и смотреться будет очень хорошо. Халцедончики тут вставлены, прям колье такое миленькое. Так, наконец я его размотала. Сейчас я его положу вот так. Постараюсь разложить. Колье идет тройное. Фурнитура под золото. Это даже идет не колье, у них он идет как комплект. Комплект драгоценности из ларца. Здесь жемчуг в основном и розовый кварц. Длина у него самая, по маленькому считаю, 42 сантиметра. Следующая цепь 72. И нижний идет 82 сантиметра. Цена 2300. Почему комплект? Потому что можно с одного замка снять. Будет у вас одно колье бусы, которое 42. Вот они. Сейчас я буду аккуратненько держать, чтобы опять не замоталось. Если вам надо там в два сложения, вы сюда же накидываете второе или третье. То есть это все на одном замке получается. Первую ниточку можно носить индивидуально, остальные получается две. Либо еще какой-нибудь замок подобрать, в принципе, можно защелкивать. Либо уже одевать сюда же. В общем, поэтому и комплект, что можно носить все вещи отдельненько, если пофантазировать. А так получается либо одну эту, либо две цепи, либо три цепи. Но здесь очень много барочного жемчуга разной формы. Чем хорошо. Вот они, бусинки всякие. Ну, в основном, конечно, жемчуг и вот розовый кварц мелькает. Мне очень понравилась идея сама, что у вас украшение трансформер из одного получается целых три. Хотите погуще нитку, хотите вот классику сняли. Одну вот эту верхнюю, самую коротенькую, и все. А на вечер можно себе привесить две или три. Так, жгутики. А, нет, давайте сейчас мы еще посмотрим. Обсидиан коричневый. Вот такие бусы, раз уж мы к темной теме сегодня возвращались. Это бусы «Терракотовая ночь». Основные обсидиан, черный агат, художественные стеклышки. Длина 99, цена 1800. Так, замочек здесь вот такой, как пряжечка. И вот они, наши все бусики. Коричневый, черный, очень красивый. Большие такие вот плошечки. Большие квадратики обсидиана, черные агаты. Тоже очень хорошо смотрятся бусы, кто любит потемнее. Это опять же в сторону осени. Двигаемся уже, рассматриваем что-то такое коричневое, золото коричневое и так далее. Так, жгутики. Просили про жгутики, а мы до них даже не добрались, потому что мало времени было. Жгутиков много, они есть все на витрине. Замоталась этикеточка. Колье «Коралловый рассвет». Основное, понятно, что коралл. Плюс здесь розовый кварц, кварц, художественные стеклышки, бисер, в общем, чего только нету. Это плотные достаточно идут жгуты. Вот такими замочками. Здесь очень много цепочек, но они уже изначально перекручены, чтобы не раскручиваться. Под жгут. Очень много розовых кораллов. Вот они пошли, кварцы, художественные всякие стеклышки. Очень удачные колье. Они смотрятся хорошо, шикарненько.
К ним можно подбирать все те же браслеты, которые на проволочках. Браслеты я уже показывала в прошлом видео. Там есть и под эти бусы, под колье, и под другие. Смотрится очень классно. Мы их периодически берем на разные фотосессии. Очень удачненько. Они разных цветов. На витринке, повторюсь, покопайтесь. Там и бирюзовые, и голубенькие, и светленькие, и каких только нет. Вот, например, у меня тут еще малиновые. Малиновая фантазия. Основные халцедон, раух, топаз, перламутр. Длина 56 сантиметров, цена 2700. Оно потяжелее и покрупнее. Со всех сторон, как произведение искусства ягодное. Ягодный, такого ягодного цвета можно рассматривать. Очень все насыщенно, очень красиво. Я просто безумно обожаю. У меня несколько штук под разный цвет. Самые любимые, конечно, такие синие. Ну, яркий вот тоже очень красиво. Так, еще есть по типу жгутика. Сейчас, секунду. Но на шнуре, на длинном. Вязали как жгутик, потом, собственно, что-то передумали и связали вот такую красоту. Это колье апельсиновый остров, розовый коралл основный, перламутр, халцедон. Много тут всего. Цена у него 2900. Оно идет на хлопковом шнуре хорошем. Фурнитура под золото. Дальше соединяется. И поехали тут. Всякие разные кораллики, бисер, бусины. Цитрин вот попался. Немножко деревяшки. Перламутровые вставочки. Ну, знаете, прям вот перелистываю. Смотрите, цепочки, кораллы, перламутр, деревяшечка. И каждую... Мы же, девочки, наверное, не наигрались еще. Смотрите, жемчуг прям с ракушечкой, сросся с ракушечкой. Вот так вот и вставили. И еще один, только здесь маленький был. Мы же как игрушечки, для нас мы не наигрались. Это можно перебирать. Вот тут камушки с эффектом кошачьего глаза. Пять кораллы пошли, цепочки. Художественные какие-то вставочки. Вот она еще такая жемчужинка, видите? Из ракушечки кораллы. Цитринчик опять попался. Художественная бусинка. Всякие разные. Можно прям сидеть и играть. Вот такая красивая штучка. Сейчас я верну все эти на место. Вот давайте на ней, наверное... А, нет, у меня еще есть сейчас. Я не могу оторваться. Я пытаюсь все время показать все, но все я показать не могу физически. Это тогда будет... У нас и так каждый день многосерийный фильм... Вернее, каждый день фильмы так получается многосерийно. Если показывать, это будет многочасовой многосерийный фильм. Но вот это хочу показать. Здесь аметист и гематит. Это колье и браслет Ронда. Браслетик, собственно, вот такой. Здесь два аметиста, гематиты маленькие. Идет майорка и художественные стеклышки. Цена у него 900 рублей. И к нему в пару, собственно, вот такое колье. Чокер можно сделать подлиннее. Здесь цепочка на увеличение. Изначально идет от 40. Но оно должно быть плотно. Прям по шейке, как гривны носят. И вот тут аметисты тоже. Гематиты. Художественные стеклышки. Цена получается 1900. Очень красиво. Это вот ближе к классике такие штучки. Более строгие, чем вот предыдущее колье. Мы, кстати, вот звездочку пропустили. Вот, выбирайте на любой вкус. Сегодня всего много постаралась показать. Полазите еще по витринке. Там еще Ярославны тоже много. И еще много чего не выложено. Стараемся как можем все выложить вовремя на витринку. Так, повторюсь, отсылаем мы по всему миру. Для заказа лучше Viber, WhatsApp, группу в Instagram, контакт, что у вас есть, либо виртуальная витрина. Если чего-то не найдете, пишите. Возможно, что-то закончилось, но, возможно, мы что-то оперативно можем заказать на заводе. Все, вам желаю приятного вечера. Всем пока-пока.